22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории страны, унесшая более 20 миллионов жизней наших соотечественников. У обелиска, отстоявшим отчизну, в Химках состоялся памятный митинг. Мы этот день вспоминаем, конечно же, со скорбью. 82 года назад началась Великая Отечественная война, которая стала судьбоносной для нашего народа. Наши деды и прадеды выстояли эту войну, героически сражались на полях сражений, отстояли наше мирное небо и возможность для жизни будущих поколений. В первом ряду участников митинга ветераны, чьи портреты круглый год украшают фасады зданий. Один из них – снайпер Юрий Двойкин. В День Победы он вместе с президентом страны присутствовал на параде на Красной площади. Сегодня ветеран вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным, депутатами, представителями духовенства и органов внутренних дел возложили цветы к монументу. Оставила свой отпечаток на каждой семье. Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и других странах бывшего СССР.